Nokia E52.1. Замена полифонического динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Nokia E52.1 «Разбор». Динамик меняется довольно просто. Плюс ко всему, он еще и намагничен. Металлической лопаткой поддеваем динамик и извлекаем его из корпуса. При установке нового динамика положение его контактов в данном аппарате не имеет значения. Все, полифонический динамик заменен.